Приветствую, я Дерри Уокер, пастор Библейской церкви в Оксфорде. Мы находимся в серии о христианских основах, призванной помочь вам построить свою христианскую жизнь на крепком основании. Если вы не будете строить свой характер и свою жизнь на уверенном фундаменте, все ваши попытки в итоге сойдут на нет. В строительстве дома первостепенным является правильный фундамент — Фундамент для нашей христианской жизни – это сам Христос, как сказано в первом послании к Коринфянам 3 главе. «Ибо никто не может положиться другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Фундаментом является не доктрина о Христе и не учение о Христе, но наш фундамент это личность самого Христа. Мы должны строить свою жизнь на Нем, на личных отношениях с Ним. Он наше крепкое основание. Поэтому познание Его крайне важным, иначе мы не сможем приходить к Нему и возлагать на него личное упование, личную веру во спасение и вечную жизнь. Мы должны верить в Евангелие, в то, что Он уникальный Бога-человек, Сын Божий, который любит нас и отдал за нас свою жизнь. Он воскрес и предлагает нам свое спасение и жизнь. Просто знания о Нем не являются основанием. Он сам наше основание. Пока мы не придем к Нему и не примем Его как нашего Господа и Спасителя, пока не уверуем в Него ради нашего спасения, Он не сможет стать нашим крепким фундаментом сколько бы знаний о нем не было у нас в голове. Но когда мы принимаем Иисуса как нашего Господа и Спасителя, мы уповаем на Него, и тогда Он становится фундаментом для нашего спасения и вечной жизни. Этот фундамент заложен в нас, и мы можем быть уверены в своем спасении. О том, что Бог пошлет на землю Мессию, как наше крепкое основание, говорил еще Исаия. Давайте посмотрим 28 главу, 16 стих этой книги. Посему так говорит Господь Бог. Вот я полагаю в основание на сегодня камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный. Верующий в Него не постыдится. То есть они, будут пребывать в покое. Когда мы приняли Иисуса как Господа, Он стал нашим крепким основанием спасения и вечной жизни. Отношения, которые мы имеем с Ним, можно определить и описать термином вера. Это положение нашего сердца, когда мы доверяем Ему и зависим от Него. Мы подчиняемся Ему как основанию нашего бытия и нашей жизни. И когда мы возложили на него свое упование в том, что касается нашего прощения и спасения, мы должны также жить на этом основании и на нем строить свою жизнь. То есть на самом Христе мы должны верить в него не только ради нашего спасения, но ради нашей жизни сегодня. Об этом говорится во второй главе Колосиным. «Посему, как вы приняли Христа и Иисуса Господа, так и ходите в Нем каждый день, будучи укоренены и утверждены в Нем». То есть, в Нем вы утверждены и укоренены. Он ваш фундамент. Вы укрепляетесь в Нем. Вы живете исходя из этого основания. Вы должны доверять Христу как источнику жизни, любви и мудрости, мира и прочего блага. Вы должны подчиниться Его господству. Вера в нашем сердце соединяет нас с этим фундаментом. Это канал, через который Его жизнь и Его благодать течет в наше сердце и в нашу жизнь. Чем больше мы в вере покоряемся Ему, чем больше мы доверяем Ему как нашему основанию, тем больше Он объемлет нас своей силой и благодатью. Слава Господу! Итак, когда мы верой приняли его спасение, мы должны и жить с верой. Христос не только основание нашего вечного спасения, Он основание нашего бытия в каждом дне нашей жизни. Именно об этом говорит Павел в послании к римлянам, 1 главе 16 и 17 стихах. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия к спасению всякому верующему». Под спасением имеется в виду также целостность в этой жизни. И эта сила к спасению — это Евангелие для всех, кто верит. В нем открывается правда Божия от веры в веру. Обратите внимание на эти два уровня веры. Как написано, «праведный верою жив будет». То есть праведный по вере и жить должен верой. Обратите внимание на два уровня веры. Здесь сказано «от веры в веру». И Божья праведность в нашей жизни проявляется на двух уровнях сначала мы оправданы, сделаны праведными по вере. Это происходит, когда мы каемся в том, что уповали на себя. Думали, что спасем себя сами. И когда мы уверовали во Христа, нам была вменена Его совершенная праведность. Произошла законная транзакция или обмен, когда мы уверовали во Христа, на наш счет была положена совершенная праведность Христа. Он прожил совершенную жизнь и исполнил все требования праведности. В течение первых трех часов на кресте, прежде чем наступила тьма, он принес Богу в жертву за нас свою совершенную праведность, чтобы она могла быть вменена нам. Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное. В полдень стемнело. В этот момент Он стал жертвой за грех. Он принял на Себя все наши грехи. И то, что потускнело солнце, стало символом того, что Он взял на Себя наш грех и нашу тьму. Он возопил «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Произошел великий обмен. Он не только забрал у нас наши грехи, но также даровал нам свою праведность. Это великий, божественный обмен. Когда мы принимаем Иисуса как Господа, не только омываются наши грехи через жертву за грех, но в обмен на наш счет кладется Его совершенная праведность. Мы больше не предстаем пред Богом, Богом, на основании наших добрых дел, но на основании Его совершенной праведности, что означает, что Бог нас полностью принимает так же, как Он принимает Иисуса. Потому что вы стоите не на собственной праведности, а на праведности Иисуса. Это уже не наша заслуга, а заслуга Иисуса. Поэтому нет ныне никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе. Вы облеклись в Его праведность. И на этом законном основании Бог в тот же момент даровал вам рождение свыше. Его Дух вошел в ваш Дух, сделал вас новым творением, и теперь у вас есть всякое духовное благословение во Христе. Воскресение жизни Христа приложилось к вашему Духу. Вы родились свыше, и, кроме того, сам Дух Святой вошел в ваш Дух. Все это на основании праведности Христа. Христос и Его праведность во веки вашим. Это крепкое основание вашего вечного спасения и вашей жизни сегодня. Это гарантирует вам Вечность в Божьем благоволении. Аллилуйя. И сейчас, когда мы оправдались верой, послание Римлянам 1 глава 17 стих говорит, что мы должны и жить с верой то есть жить с верой, в то же основание в личность Христа. Жизнь веры во Христа начинается с упования на Него как на источник жизни, любви, благодати и мира. Из того, что мы полагаемся на Него как на основу наших действий и не полагаемся на свое собственное понимание и эмоции. Когда мы верим в жизнь Христа, Он освещает нас Духом Своим, и нам вменяется Его праведность. Мы обретаем благодать для своей души. Его любовь и праведная жизнь течет внутрь нас. Он пишет свои законы в наших сердцах и дает нам силу исполнять Его волю. Когда мы покоряемся Ему, Он изливает в наши сердца свою любовь и мудрость, посылая нам хотение и действия по своему благоволению. Чем больше мы покоряемся Ему, чем больше мы доверяем Ему как нашему основанию, тем больше Он наполняет нас и укрепляет нас благодатью. И таким образом он фундамент нашей веры не только для нашего спасения, но и для повседневной жизни. Жизнь веры начинается с подчинения наших сердец его господству и принятию его дара любви. И затем, полагаясь на дух благодати, мы должны практиковать его слово в своей жизни. Мы должны ходить во Христе и в истине. И только когда с помощью его духа мы будем слышать и исполнять его слово, мы будем строить свою жизнь на его крепком основании. Иисус показал нам, как строить свою жизнь на твердом основании в седьмой главе Евангелия от Матфея. Итак, всякого, кто слушает слова Моисии, Слово Божие, и исполняет их, но исполнять их вы можете только, если доверитесь силе Святого Духа. Того подоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, на фундаменте Христа. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот. И он не упал, потому что основан был на камне. Если вы строите вашу жизнь на основании Христа, то у вас в жизни будет прочный, непоколебимый фундамент. Все мы знаем, что строительство дома начинается с фундамента, чтобы ваш дом устоял. Также и жизнь нужно строить на фундаменте Христа, на определенных фундаментальных доктринах. Вы должны с самого начала утвердиться в них. Нельзя начать с крыши, и вы строите ваш дом по кирпичику, а кирпичи — это Слово Божие. Вы кладете эти кирпичи, когда слышите и исполняете Слово. Сначала вы кладете первый этаж, этаж фундаментальных доктрин Христа. Вы должны их принять, понять их и затем начать их применять. Это необходимо научиться делать перед тем, как вы перейдете к более высоким откровениям из Слова Божьего. Вы переходите из младенчества к зрелости посредством этих фундаментальных доктрин. Именно на них мы делаем ударение в этой серии христианские основы. Еще их называют словесным молоком, потому что прежде чем начать употреблять твердую пищу, младенец должен питаться молоком и им укреплять себя. Молоко — это самые простые принципы Христа. Мы читаем о них в шестой главе послания к евреям. Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству, зрелости, и не станем снова полагать основания фундаментальное учение. И затем он перечисляет семь пунктов обращения от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. Об этом мы говорим в этой серии. И нам нетрудно понять, почему первые два пункта имеют первоначальную значимость. Обращение от мертвых дел и вера в Бога. Почему? Потому что они описывают правильные отношения наших сердец, что является важным для нашей жизни на фундаменте Христа. Потому что все, что мы делаем, не на этом основании, просто разрушится. Обращение от мертвых дел и вера в Бога учат нас, как жить, Черпая из источника благодати Христовой, доверяя Ему как основе наших действий, мы должны верить Христу и Его благодати, которая течет из нашего Духа, Духом Святым. Поэтому мы доверяем Ему как нашему фундаменту. Мы черпаем силу у Него, а не полагаемся на собственные силы. А вот что значит вера. Это новый стиль жизни обновленная жизнь. И тогда мы сможем производить добрые дела. Для этого от нас требуется раскаяться в своем прежнем образе жизни, когда основой наших действий была наша душа. И в результате мы производили лишь мертвые дела. Мы не чтили Бога. И мы должны в этом покаяться. Иисус говорил, что мы должны потерять нашу душевную жизнь, чтобы обрести более высокий уровень жизни в духе. Павел говорил, что мы должны жить и служить Богу в обновлении Духа, а не по ветхой букве. Новый образ жизни — это жизнь под благодатью, веря в силу и в жизнь Христа внутри нас. Прежний образ жизни — это жизнь под законом, по ветхой букве, что заканчивается мертвыми делами. А в этом прежнем образе жизни мы делаем своим основанием определенные законы и принципы. Это могут быть хорошие законы, но мы исполняем их не силой Духа Святого, а своими собственными силами, своими усилиями. Это тщетные старания нашего душевного человека. Христиане даже пытаются таким образом исполнять Слово Божие, но в этом нет обновленной жизни, потому что жизнь приходит из Духа. Это как бы имитация христианской жизни, вместо того, чтобы жить в реальности жизни Божьей, исходящей из нашего Духа. Это подделка. Это не настоящая жизнь. Если мы не даем Христу жить через нас, мы должны раскаяться в прежнем образе жизни, когда мы уповали на себя и производили лишь мертвые дела. Это крайне важно. И мы должны принять новый, более увлекательный образ жизни, веря во Христа как источник нашей жизни, производящий плод Духа. Это ключ к преодолению греха в нашей жизни. Сегодня я хочу уделить этому особое внимание. Вначале нам нужно понять природу греха. У греха есть три уровня. Мы должны осознать, что Христос Единственный, кто может спасти нас от греха, от его наказания, его силы и от присутствия греха как такового. Грех противоположен святости и праведности. Жизнь в праведности приносит нам жизнь и благословение. А жизнь во грехе приносит нам проклятие и смерть. Бог задумал нас так, чтобы мы были святыми и отделенными для Бога Наполненными его духом праведности, который дает нам силу жить справедно, доверяя Богу как нашему источнику любви и праведности, и таким образом мы будем приносить лишь добрые плоды. Сущность греха в том, что мы отвергаем жизнь в вере и в зависимости от Бога, и вместо этого мы идем своим путем, независимо от Бога равняясь только на себя. Основанием для наших действий является наша душевная сущность, а не жизнь Божия в нас. Как говорил Исаия, «Все мы блуждали, как овцы, собратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». У проблемы греха три уровня. Также и праведность существует на трех уровнях. Я хочу вам это объяснить, чтобы вы были в курсе, с чем мы имеем дело. Многие думают, что проблема в личном грехе, который мы совершаем. Но все гораздо глубже. Первый уровень греха ⁇ это состояние греха. Мы унаследовали его по причине первородного греха Адама, первого представителя человеческой расы. Когда он согрешил, мы все были водами, и водами мы все согрешили. Еще до нашего рождения мы были в состоянии греха из-за нашего союза с Адамом. В результате греха Адама на людей сошла духовная и телесная смерть еще до того, как они сами начали грешить. И если бы не Христос, все человечество было бы обречено на вечную погибель. Потому что все мы в Адаме, это называется вмененный грех, то есть на наш счет был положен грех Адама. Вы скажете, а это несправедливо. Но если учесть Христа, то все в итоге оказалось нам ко благу. Представьте себе, что премьер-министр Великобритании объявляет войну какой-то стране. Тогда в состоянии войны не только сам премьер, но и все мы, потому что мы живем в Великобритании, под его правлением. И хотя мы лично не объявляли войну никакой стране, мы окажемся в состоянии войны также и Адам, объявил войну Богу. А вот как это описано в послании к римлянам. Посему, как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили, а именно в Адаме. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Это был первый уровень греха. Второй уровень греха ⁇ греховная природа или переданный грех. То был вмененный грех, а это переданный. Он передался людям. В Писании его часто просто называют грехом. Потому что когда Адам согрешил, он выбрал быть Богом для самого себя. Он посчитал, что вправе сам управлять своей жизнью, жить в полной независимости от Бога и самому в себе иметь познание добра и зла, самому все контролировать. И из-за этого его решения произошли две вещи. Во-первых, его дух умер. Вначале его дух был жив для Бога, созданный быть Божьей основой действий. Бог управлял им через его дух. Но теперь его дух, сущность его бытия, был отделен от Божьей жизни и благословения, из-за его собственного выбора. Падший дух человека теперь называется Ветхий человек, потому что он отделен от обновленной жизни. Но что еще хуже, греховная природа вошла в его плоть, а она называется грехом. Если в Библии вы видите слово грех, то имеется в виду греховная природа в нашей плоти. Это переданный грех. И он заменил его дух как контрольный пункт, управляющий его душой, то есть разумом волей и эмоциями. И в итоге он начал жить независимо от Бога. Он стал жить как человек душевный. И все это из-за его греховной природы. Из-за того, что он выбрал жить сам по себе, управляемый своей душой. Это то, что мы с вами унаследовали от Адама. Греховная природа ⁇ это грех, это греховная плоть, тело греховное тело смерти, потому что она является причиной нашей смерти телесной. Мы унаследовали ее через наше телесное рождение, потому что Библия говорит, что рожденная от плоти есть плоть. У Адама во плоти была греховная природа, и она передалась потомкам от отца. Каждый человек, рождающийся от женщины, уже имеет в своей плоти греховную природу. Мы все по своей природе грешники. Псалмопевец говорит, в грехе я зачат. Поэтому нет необходимости учить детей грешить. Они сами по своей природе эгоистичны. Только Христос, поскольку он рожден от девы, не имел в своей плоти греховной природы. Он был свободным человеком. Вся остальная человеческая раса рождается рабами греха, под силой греха. И мы сами не способны себя освободить. Наличие в нас греховной природы сделало нас грешниками по своей природе. Итак, мы имеем греховное состояние и греховную природу, и это побуждает нас совершать грехи. — это третий уровень. Наши личные грехи — это плод нашей греховной природы. Мы совершаем грех, когда покоряемся греховной природе, когда мы слушаемся ее. Каждый наш грех только увеличивает нашу вину перед Богом. Наши личные грехи — это плоды нашей греховной природы. Иисус говорил об этом в 8 главе Евангелия от Иоанна. Иисус отвечал им, «Истина, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха». Это описывает реальное положение всей человеческой расы без Христа. Все мы согрешили, все мы грешим, потому что мы рабы греха. Поэтому сам грех ⁇ это лишь поверхность проблемы греха. На самом деле проблема гораздо глубже. Грех ⁇ это симптом того, что происходит на более глубоком уровне. Но добрая весть в том, что через крест Христос даровал нам ответ на все три уровня греха, заменив наш грех своей праведностью. Слава Богу! Об этом говорил Даниил в 9 главе 24 стихе. Он точно предсказал даже день, когда умрет Иисус и когда Он воскреснет. 77-490 лет определены для народа Твоего, чтобы были произведены три вещи. А именно, чтобы покрыто было преступление, имеется в виду конкретный грех, то есть первородный грех Адама. Вы помните, что это первый уровень греха. Иисус разберется с ним на кресте. Слава Господу! И второе, чтобы запечатаны были грехи. Это наши личные грехи. Иисус заплатит цену и за наши личные грехи. Ну и третье заглажены беззаконие. Иисус заплатит цену искупления за наше беззаконие. Слово беззаконие описывает нашу греховную природу, нашу извращенную природу. Итак, Иисус разберется с нашими личными грехами, с нашим греховным положением а в Адаме, и также на кресте, он разберется с нашей греховной природой. Он решит проблему греха. Слава Богу! Об этом звучало предсказание. Итак, Иисус разобрался с нашим греховным положением. Об этом мы продолжим говорить в следующий раз. Имеется в виду, что став вторым Адамом, он разобрался с вмененным нам грехом. Когда мы были в первом Адаме, это привело нас к греховному состоянию и суду. Но слава Богу, что Иисус пришел и стал вторым Адамом. Он предложил себя как альтернативного представителя пред Богом вместо первого Адама. И каждый человек сегодня делает свой выбор. Кто будет вашим представителем? Первый Адам или второй Адам? Когда вы принимаете Христа как вашего Господа, то есть он становится вашим главой, это дает Богу законное право забрать вас из Адама и поместить во Христа. Слава Господу за это! И когда вы во Христе, ваше наследие в Адаме отменяется. Когда вы были помещены во Христа, вам вменилась его совершенная праведность. Еще до того, как вы начали делать какие-то добрые дела, слава нашему Господу, вы уже сделали с праведностью Божией во Христе. Все произошло легально праведность христа теперь на вашем счету он дарует вам правильное положение пред богом вы полностью приняты богом так же как в адаме мы все были в греховном состоянии еще до того как согрешили в первый раз так и во христе нам даровано положение праведности еще до того как совершили дела праведности Слава Богу! Это все Его благодать. На основании вмененной нам праведности Бог провозглашает нас прощенными и праведными. Это оправдание по Божьей благодати. Это первое решение нашей проблемы греха. Бог берет нас из Адама и помещает во Христе. Он дарует нам Свою праведность, и мы теперь законно имеем правильное положение. Перед Богом. И это только самое начало. Ну а в следующий раз, в следующем выпуске, мы обсудим, как Бог решил остальные две проблемы греха. Мы будем рады видеть вас у нас в гостях. Наши служения проходят каждое воскресенье, в 11 утра и в 6 часов вечера в Чейни Скул Холл, Хэддингтон, Оксфорд.